Чего привезли? Ну-ка, давай смотри. Чего привезли? Да, порвите. Какая вкуснятина. Ух ты, смотри. Ваши. Ваши. Ассаламу алейкум, қазақ елі, достар, саламатсыз ба. Меня зовут Канат Жакупов, я вот вместе с друзьями, моим другом Айрат Кылышев. Мы сегодня, 11 ноября, приехали в гости в дом Оксаны Шевчук. Это известный наш батыр казахской земли, Оксана Шевчук. Она сейчас под следствием находится в тюрьме. Вот мы приехали навестить дочь Оксаны, Еву, прекрасная Ева. И с большим сердцем женщину Екатерину, которая в эти сложные времена, Екатерина остается такой мудрой, отзывчивой и веселой женщиной. Вот, мы с друзьями скинулись и решили морально и поддержать, купили продукты, там мука, какие-то сладости, какие-то продукты. Вот. Я почему это говорю? Не для того, чтобы хвастаться, что вот мы привезли, а для того, чтобы показать и быть примером для других, что в нашей стране в тяжелую минуту мы должны друг другу помогать. Вот. Показать вам примером, что нужно помогать друг другу. Тем более нужно помогать политическим заключенным, тем более многодетным матерям, тем более женщине, у которой четверо детей. Вот, поэтому мы вот с Айратом, вот еще нашими друзьями, мы вам показываем пример. Пожалуйста, приезжайте сюда, помогайте морально, психологически, денежно, финансово. Улица Обозная, дом 1А, город Алматы, вот Екатерина. Вот такой дом, вот здесь живут наши батыры, вот Екатерина, Ева. Послезавтра будет суд у Оксаны. Вот, живет Оксана здесь в Первой Алмате. Вот большой дом, достаточно скромно строится этот дом. Я вспомнил, когда я был задержан после массового пикета, там приходил ко мне один на допрос в камеру один сотрудник КНБ, майор, и он говорил, вот, а я выходил с пикетом в поддержку Оксаны Шевчук, и он говорил, вот мы у нее нашли, у Оксаны при обыске нашли доллары, там, которые перечисляли из-за границы. Вот. Я решил приехать сюда своими глазами увидеть эти доллары. Вот я их вижу, конечно, эти доллары. И как не стыдно говорить об этом. Я своими глазами вижу, что люди живут скромно, вот, но весело и очень хорошо. Я могу добавить тоже, что у нас при обыске нашли 10 тысяч тенге. Оксана сделала заначку, и эти деньги следователь ей вернул. Он даже их забирать не стал. Вот это у нас было найдено. Вот. Первая Алматы, возле железной дороги. Возле железной дороги. Вот. Живет Оксана Шевчук со своей семьей, с многодетными, с детьми со своими. Ни на что не жалуется. В общем, Екатерина тоже ни на что не жалуется. Да, только радуется и благодарит.
спасибо всех вам, за поддержку. Вот. Всем ребятам и кто вот причастен к сегодняшнему асару, они знают, кто причастен. Большое-большое спасибо. Да, я от себя скажу. Спасибо, огромное спасибо за поддержку. За поддержку и нашей семьи, и Оксана, конечно, она очень была рада такой огромной поддержке, когда она в суде увидела, сколько людей пришло. Я ее увидела, ее счастливые глаза, и поняла, что у нее вот действительно, хоть она и в тюрьме сидит, но вот благодаря такой поддержке у нее все отлично. Все отлично. Это самая главная поддержка, чтобы была. Немножко расстроилась, да, что Ева не узнала ее. Ну ничего страшного, она же понимает. Она как мать понимает, что ребенок сейчас в таком возрасте, что он особо не запоминает. Конечно, Миша уезжает на месяц, ведь она тоже его забывает. Ничего страшного. Будет, когда мамочка дома, мы все вспомним. В чем-нибудь нуждаетесь, Екатерина? Может, нет, спасибо. Что-нибудь конкретно? Спасибо. Вот здесь газ, уголь или что? Газ у нас. Газ, да? Газ у нас, да, газ. Никакого давления не происходит? Нет. Нет, все нормально. Все, у нас никто не питает, никто не мучает. Доверенность сейчас вот делаем на детей. И будет вообще отлично все. Будем ждать решения суда. Хотел бы добавить, что 13 ноября в 15:00 в каком суде? Ну там же. Там же, да, Алмали? Шарипова. На Шарипова, да, на суде. На Шарипова в 15:00. 13 ноября будет суд. Шарипова 62. Шарипова 62. Суд над нажими. Чуть выше Тулеби. Кто хочет, тот найдет. Угу. Будет суд над нашими женщинами. Вот. Пожалуйста, мои друзья, подумайте над тем, что на их месте может оказаться любой из нас. Они нуждаются в поддержке. Это и есть гражданское общество. Мы должны друг друга поддерживать, быть один за всех и все за одного. Поодиночке мы слабы, поэтому не оставайтесь равнодушными. Вот. Аллах Казахстан. Айрат, рахмет. Аллах Казахстан. Да, Аллах Казахстан. Это сейчас оружие современное. Ну, то есть не думайте, что мы занимаемся пиаром. Это для того, чтобы... Не, ну это чтобы люди видели. Да, не боялись, показали. Да. Когда один раз